Всем привет! Сегодня будем готовить легкую, пикантную, освежающую закуску из огурцов. Особенность ее приготовления состоит в том, что огурцы нужно предварительно отбить, в результате чего они быстро впитывают в себя соус, оставаясь при этом свежими. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Обрезаем огурцы с двух сторон, а затем отбиваем их, пока плоды не потрескаются. Дальше нарезаем огурцы произвольными ломтиками. Перекладываем в миску, добавляем соль, перемешиваем и даем постоять 5 минут. В это время нарезаем острый красный перец как можно мельче. Затем сливаем из огурцов выделившийся сок. Он нам не понадобится. А в огурцы выдавливаем чеснок. Добавляем измельченный перец, сахар, молотый кориандр, яблочный уксус, соевый соус. Оливковое масло. Семена кунжута. И хорошо перемешиваем. Перекладываем огурцы в подходящую посуду. Украшаем листьями салата или другой зеленью. Слегка посыпаем кунжутом и сразу подаем к столу. Вот и все. Легкая, пикантная, освежающая закуска из битых огурцов готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!